Как сделать массовый спорт более популярным? Как наказывать за нерассмотренное вовремя обращение жителей? У участников конкурса «Лучший муниципальный служащий» много идей. Нателла Лобжанидзе в своей работе предложила внести несколько поправок в закон о контрактной системе в сфере закупок. В конкурсе муниципальных служащих принимает участие впервые. Это положительная практика, и считаю, что это только на пользу, большой плюс попробовать себя, выступить на публике, принять плюсы и минусы по своей работе и в чести в дальнейшем. В этом году в профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» две основные номинации – «Лучший руководитель» и «Лучший специалист». В комиссию поступило 5 работ. Чтобы заявить себя на конкурсе, необходимо такую работу написать, которая обязательно применима в органе местного самоуправления, которой они непосредственно занимаются своими и, скажем так, улучшают, подходят инновационно, да, предлагают возможные варианты. Лучшие муниципальные служащие будут представлять Самару на областном конкурсе. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».